Мало кто устоит перед аппетитными пирожными, хрустящими круассанами и пышными маффинами. Даже при соблюдении строгих диет можно изредка баловать себя сладеньким. Часто ли вы задаетесь вопросом, как ваш любимый десерт получается таким нереально вкусным? Сегодня мы постараемся на него ответить, и для этого отправимся в сердце пекарни «Сдобушка», на ее кухню. Пока многие еще нежатся в кроватях, пекари и кондитеры уже заняты приготовлением своих рабочих мест. В 6 утра они замешивают тесто для любимых всеми пирожков и булочек. Так, к 9 утра прилавки постепенно заполняются свежей выпечкой. Вот честно, я не могу как-то так вот прям, что вот это у нас вообще прям очень-очень, вот это не очень-не очень. Любят все, но в приоритете все равно вот есть такой медовик, Наполеон, печенье киевское. Мы не успеваем его делать, даже заказали дополнительные формы. Вот это, наверное, вообще самый пиковый – трюфельное пирожное. На увлекательной кулинарной экскурсии мы увидели своими глазами, как готовят любимые десерты саровчан. Рецепт тающего во рту киевского печенья прост и понятен. Для начала дробим орехи кешью, к ним добавляем муку и сахар. Сухая смесь готова. Затем берем яйца, нужно отделить белок от желтка. В белки добавляем сахар и взбиваем. А пока работает миксер, обратимся к истории рецепта. Это модифицированная версия киевского торта. Все, наверное, помнят вот этот вкус такого масляного крема и хрустящие коржи, безе, такие же. Прям говорю, сейчас вот даже слюнки текут. Очень все вкусно. Вот, приготовила я торт. Так как процесс приготовления очень длительный, то для пекарни это не очень простой продукт. В новом рецепте было важно сохранить неповторимый вкус коржей. Так и родилось киевское печенье. А белки уже смешали с сухой смесью и с помощью кондитерского рукава выкладывают в форму. Теперь смело отправляем их в разогретую духовку на 25 минут и наблюдаем, как они зарумяниваются. Сейчас даже не обязательно идти за ними в магазин. Их доставят прямо к вашему порогу. Доставка у нас идет всей продукции «Сдобушки», не только выпечка, и также мясные полуфабрикаты, бакалеи, молочная продукция. Заказ должен быть не менее чем на 1000 рублей. Тогда доставим бесплатно в любую точку города. Собрать заказ вы можете теперь и на официальном сайте сдобушка-саров.рф. Мы находимся в двух точках города – торговом центре «Галактика» и «Элегант». Наш телефон 8 800 101 96 96.